Даже в год рекордного роста капиталов долларовых миллиардеров никто не может похвастаться большими успехами, чем Илон Маск. Состояние основателя и генерального директора Tesla показало беспрецедентный рост, что позволило ему занять второе место в новом рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. По данным на 5 марта, когда Forbes делал финансовые замеры для рейтинга 2021, состояние Маска было оценено в 151 миллиард долларов США. Благодаря бурному росту котировок Tesla, состояние Маска с 18 марта прошлого года увеличилось на 126,4 миллиарда долларов США. В прошлогоднем рейтинге Forbes оценивал его капитал в 24,6 миллиардов. Получается, что Маск – лидер нового рейтинга по приросту состояния в долларовом исчислении. В процентном отношении предприниматель за год разбогател больше, чем на 500%. Рост благосостояния Маска связан прежде всего с акциями Tesla, которые за год подорожали больше, чем на 300%. И это даже с учетом того, что после январских пиков, когда их цена достигла 900 долларов США, акции потеряли примерно 32%. Компания продолжает привлекать инвесторов, представляя новые автомобили, наращивая поставки и превосходя ожидания аналитиков. В декабре Tesla включили в индекс S&P 500. Большая часть состояния Маска приходится на его долю в Tesla, где он владеет 21%. Предпринимателю принадлежат 147 миллионов акций производителя электромобилей и опционы на приобретение еще 56 миллионов. Маск получал опционы на пакеты акций стоимостью в миллиарды долларов в течение прошлого года, по мере того, как Tesla добивалась все новых рубежей. Второе детище Маска, частная космическая компания SpaceX, тоже активно развивается. В мае она провела первый с 2011 года пилотируемый запуск американского космического корабля. В ноябре SpaceX получила разрешение NASA на то, чтобы перевозить на шаттлах астронавтов с Международной космической станции и обратно. И в том же месяце осуществила первую такую миссию. В феврале этого года SpaceX завершила очередной раунд финансирования, в рамках которого привлекла 850 миллионов долларов США. По его итогам инвесторы оценили стоимость компании в 74 миллиарда долларов США, то есть на 46 миллиардов больше, чем в августе. По данным Forbes, стоимость доли Маска в SpaceX, которая составляет почти 48%, оценивается примерно в 32 миллиарда долларов США. 2020 год стал триумфальным годом для Маска. В ноябре он обошел генерального директора Facebook Марка Цукерберга и занял 4-е место в рейтинге богатейших людей мира. Затем Маск в борьбе за 3-е место опередил основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого сейчас оценивается в 124 миллиарда долларов США. Месяц спустя генеральный директор Tesla занял 2-е место в рейтинге богатейших людей планеты, потеснив владельца Dior и Louis Vuitton Бернара Арно, семейное состояние которого сейчас оценивается в 150 миллиардов долларов США. В начале января Маск даже ненадолго стал богатейшим человеком мира, обогнав гендиректора Amazon Джеффа Безоса. На тот момент его состояние оценивалось примерно в 190 миллиардов долларов США. Это рекорд. С тех пор Безос вновь занял 1-е место в рейтинге богатейших людей планеты. По состоянию на 5 марта 2021 года Forbes оценил его активы в 177 миллиардов долларов США.